Когда нас вызвали, стало ясно, что ситуация скверная. Хуже, чем мы ожидали. Мы — это секретный отряд лучших тайных агентов. К нам обращаются только в самом крайнем случае. У нас нет правил, нет инструкций. Наша цель — уберечь общество. Мы ваши коллеги. Мы ваши соседи. Или даже друзья. Но когда нас вызовут... Мы обязаны бросить все. Мы это... Спецотряд.